Встречать золотой юбилей совместной жизни они едут на золотой карете. Прямо от подъезда по центральной улице пара следует до ЗАГСа, немного волнуясь, словно вновь они юные жених и невеста. А у дверей зала торжеств их уже ждут. Владимир Петрович и Татьяна Васильевна знакомы более полувека. В Белоярском живут с 1995 года. У пары трое детей и 7 внуков. Активные, доброжелательные. Эту семью хорошо знают в городе, поэтому многие захотели их поздравить. Спасибо вам за то, что вы для всей нашей молодежи являетесь примером надежной и крепкой семьи. Берегите себя, будьте здоровы. Цветы и добрые слова от Совета ветеранов Белоярского, торт от женской организации «Надежда», песни от белоярской исполнительницы Галины Гуляевой и, конечно, поздравления от единомышленников по здоровому образу жизни. Дорогие наши, Владимир Петрович и Татьяна Васильевна, вы очень уважаемые люди в нашем городе, и в том числе в группе «Здоровье», куда мы ходим заниматься вам много лет. Владимир Петрович – это человек, который в нас вселяет всех энергетику, жизнелюбие, жизнерадостность. Татьяна Васильевна – это душа нашей большой компании. К ней можно всегда обратиться, в любую минуту. Юбиляры в день праздника ставят подписи в особой книге ЗАГСа. Им вручают памятную медаль и подарок от администрации района. На вопрос о том, что помогает им долгие годы жить душа в душу, Антуфьевы отвечают – любовь, уважение и умение уступать. Их семья – результат обоюдного труда, но в самом начале все решил один счастливый случай. Могли не встретиться, могли, всякое бывает в жизни. Хотя и жили, в смысле, рядом, недалеко. Ну, я с соревнований приехал с футбола, вышел, сел на скамейку, мне ногу что-то ударило раз после футбола. И сидел на скамейке, она за водичкой, кажется, шла. Я не помню сейчас. На колонку. За колонку. Ну вот и все, и познакомились. Вначале дружили, а потом вроде влюбились, решили пожениться. Такие церемонии в Белоярском проводят не только на золотые юбилеи. Это может быть и другая круглая дата – 25, 35, 40 лет семейной жизни, по желанию супругов. В ЗАГСе говорят, что часто такой праздник – подарок от детей родителям. Сейчас в пандемию заявки поступают реже, но все-таки они есть. Ведь подобные моменты в семейной истории поистине незабываемы.